Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение ФФА-сериала на восьмерых Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за Польшу. Если вы смотрите не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну, я вижу, взять по Польше и наверняка... К тому же там аж целая пехота. Какие-то странные звуки. Что это за звуки были? Где? Ну, какие-то жуткие звуки такие. Мы не слышали никаких звуков. Тоже ничего не слышал. Так, один ход до проекта Манхэттен. Так, этого ученого я бы хотел, конечно, взять. Может, просто уже сейчас купить? Что-то Грузия еле-еле. Ну да, надо брать. Ой, в Грузии фашизм, блин. А была же демократия только-только. Ё-моё, в Грузии фашизм. Всё. Свергли, свергли. Пишите письма, клейте. Сейчас пойдут самолёты, наверное. То есть ты мне предлагаешь тоже в самолёты, да? Давай. Нет, самолёты плохо, они же ядерками шлёпаются. Сандетка является сюзереном здесь. И все. А, в Стокгольме. Все-таки ты стал сюзереном Стокгольма, Андетка, да? И послал туда Амани. То есть не выдержал. Амани, она там сидела с самого начала. Это раз, а сюзереном стал по квесту. На самом деле, уже это не принципиально, потому что через на следующем ходу ты получишь от него бонус также. Ну да, да, я согласен. Да, где-то ходов 10 я был сюзереном. Ракетные... Так понимаю... Ракетные крейсеры в Париже... же видят эти подлодки, да? Да, видят. Ну, а, кстати, в Париже что, у меня уже нету этих шпионов, кончились? Грей, что ты сказал? Все видят подлодки? Да. Почему? Вот так вот. Ну, на самом деле... Стоишь на соседней клетке с юнитом, который не видим, его видно. Не, на самом деле, подлодки можно... На соседней клетке это логично, как раз. Ну, как... Никто же не отменял, как в пятерке радаринг. Просто смотришь, куда плыть нельзя, и все. Да ладно. На самом деле... Ну да, но можно таким способом определять, где подлодки, если ты видишь, что не можешь плыть, допустим, в какую-то клетку, то, скорее всего, там находится подлодка. Но это только видимые клетки, я так понимаю. А, ну, видимые, но как бы ты на любую клетку, если ты нажимаешь видимую. Я так подозреваю, в тумане войны можно, нет? В тумане войны нельзя. В тумане войны нет. В тумане войны нет, нельзя. Но это все-таки не то же самое, что в пятерке. Ну да, да. Ну я имел в виду систему. Ну вот, да, так кто там подлодки видит? Ракетные крейсеры их видят, их вроде видят истребители, патрулирование. И эсминцы. И подлодки. Прям вот говорите мне, строй самолеты. Фу. Мы говорим про истребители, я не помню. Вроде я видел, когда я играл. А истребители же можно посадить на... О, эти... слушай, я вижу твой флот эсминцев. Сейчас мы проверим, как ракетные крейсеры против них работают. Не да, надо. Качечка? Не стоит. Почему? Зачем? Thank you.
Опа. Сейчас проверять будет клеточки все. Не оттого немножко назад. Мне же достаточно будет 5 ходов. 1, 2, 3, 4, 5. И отсюда кидать ядерку. Нормально. Так, здесь тоже электростанция нужна, только вопрос, в каком городе. Здесь производство 34, а в Мехене 31. Ну да, филок давайте строить. Ну, то есть я не буду покупать, а буду строить. Так, перепросим. Так сделаем. Все, конец хода. С какой скоростью недовольство падает после войны? Очень медленно. Это я за всю войну с Германией получил 2 недовольства. А ты что-то терял? Нет, за каждый бой же тоже дается. А, ну там мало, по-моему. Не, прилично. Нормально. Если боев много. Там, по-моему, 10 не было. Ну так, на скидку. Блин, Катечка что-то по техам стал отрываться. Не пойму, у меня как бы и науки с ним столько же. Ой, Качечка в ракетостроение вышел. Качечка в ракетостроение. О, нет, он в ракетостроение. Паника, паника. Нам надо позже выходить. Все ядерки на него. Ну уж не на тебя уж, да. Великого ученого Абдусалама, понимаете, что Польша забрал Абдусалам? Да. Надо же как-то компенсировать. Ну если я вам скажу, участник бизнес-союза Грей захватил определенные города. Все. Ну давай, давай. Не, я... Все, видите, ускоренно. Единственный вышел в ракетостроение. Очень здорово. Халецкий вышел в ракетостроение. Нет, там еще США. Ну я смотрел, да, недавно. Я вышел в ракетостроение. Я не вышел в ракетостроение. Калецкий специально не вышел. Да, ребят, я построил проект Манхэттен. Давайте голосовать. Значит, напоминаю. Так, сейчас я. Значит, смысл в том, что если большинство голосует за, то те, кто проголосовали за, друг на друга не смогут кидать. Я напоминаю правила просто. Те, кто проголосовали против, смогут, то есть, бросать на кого хотят. Но, получается, и на них те, кто проголосовали за, будут бросать. Если же большинство будет против, то просто все друг на друга могут бросать. Вперед. То есть, плюс тот... Так, еще раз. Плюс тот, кто за запрет ядерного оружия, минус тот, кто против запрета использования ядерного оружия. Эмис, ты действительно думаешь, что на тебя кто-то будет тратить ядерное оружие? Нет, но у меня есть голос. Мандетка Грей. Прошу ожидать. Немножко начал смущать Грей вот со всеми своими новыми приобретениями. Ну, нормальный Грей, он всегда так. Он сейчас еще в каждом городе так, будет ядерный. Я на паузу нажму, пока мы все ждем голосования. Так, 8 минут. Смотрите, у Грея 49 техов, то есть... Ну, конечно, 8 техмехов, но у него 600 науки. 600. Так, ну что, тут, наверное, можно уже атомку начинать строить. Вот, я уже и в операцию Иви вышел, вау. Андетка. Я думаю. А чё? В этом правиле явно есть огромный недостаток. Надо как-то заранее определять очередность голосования.
Потому что реально выгоднее подождать, чем писать сразу. А, как бы да. Как это влияет, подожди. Ну, как влияет? Допустим, допустим, есть люди, на которые... Нет, тогда можно проще сделать, чтобы все бросали анонимно хосту. Ну или так. Ну то есть единственное, что хост только будет в более выгодном положении. А хост пусть первый голосует. О, блин, так я теперь получается реально я в каком-то положении теперь решать. Не, разве мы не играем так тот, кто против, а то есть он может кидать во всех и так далее? Мы так играем, но если большинство будет против, большинство, то есть запрет не проходит, и значит все могут кидать на всех. Понимаешь? В чем идея? Если большинство, вот сейчас вот я проголосую за, значит, что я на фантома, на качечку, и они, соответственно, на меня кидать не могут, но мы можем на тебя и на Грея. Если я проголосую против, то все друг на друга смогут кидать. Ну, просто понимаешь, если ты проголосуешь за, тогда если у качечки все будет удачно, то... Не надо меня агитировать, детка, я прекрасно понимаю ситуацию. Я понимаю, что в данном случае тут как бы выбор в некотором смысле. Если я голосую за, то я получаюсь в команде с Качечкой. Если я голосую против, то я в команде с Греем. Ну, в некотором смысле так, условно, потому что никто ни в какой команде не будет. Американца вообще в расчет не берут. А американец, судя по его науке, он сидит и надеется, что мы друг друга убьем. Ну, судя по моей науке, я где-то что-то сделал очень сильно не так. Ну ты, у тебя города в 10 и кампуса на плюс 3. Или кампуса, если на плюс 3, то ты, конечно, теряешь 25% науки. Блин, такая странная ситуация. Ну, карточка работает. Плюс ладно. 50 за город в 10, да. И еще плюс 50, если кампус имеет бонус на соседство плюс 3. Да будет ядерный угар. Как работает? Нет. Что нам? Да, я понял, короче. Если эта карточка работает, я всегда думал, что только от населения зависит. То есть, если население меньше 10-50% и 100% слушай, населения... Слушай, прикол такой по поводу невидимости подводных лодок. Я вот сейчас видел, как шотландец апнул подводные лодки в Абердине. Я апнул подводные лодки везде. Ну, просто прикол, я вижу территорию Абердина, подводок я не вижу. Я не вижу их сами по себе, но... То, что он их апает, я вижу. Какой идиотизм. Где твои юниты, Лёша? Шпион у меня там сидит, я тебе просто скажу. Нет, 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 я ищу флот. Все ищу по морю флот. Не могу найти. Слушайте, это так реально сложно, вот... Понимаешь, теперь вот эти фильмы, когда они ищут... О, приплыл. Ищут в море корабли, какие-то там долгой, ну... Что, поплывет он ко мне? Нет. Так, эту лодку вниз пойдем. У меня такой вопрос. Если я сброшу на качечку ядерку, американец и грузин вступят в кризис против меня или нет? Ты сбросил, знаешь? Не, ну я хочу заранее знать, потому что если они вступят, то я, конечно, не буду сбрасывать. Подожду, что и какой-нибудь другой. Я не сделает. Буду. Я не буду сбрасывать. Ты не будешь сбрасывать? В смысле, не буду вступать в кризис, извини. Я неправильно выразился. Ну, я тоже могу не вступать в кризис. Какая разница? Каким образом в случае чего объявить войну? Тебя еще не должно быть. Есть разница, там какой-то бонус же дается все-таки. Причем вы сразу мне... Не, все равно у меня сейчас героический век будет. Я могу войну героического века всем раздавать. Поэтому я не буду вступать. Хорошо. Тачечка, а если я на кого-нибудь другого сброшу ядерку, ты вступишь в кризисный союз против меня? Нет, я вообще не хочу к тебе плыть. Ну, не плыви. Ну так, чтобы скинуть, надо плыть, я же говорю, не хочу. Так ты, блин, берешь ученых, в ракетостроение выходишь, строишь космопорты. Ты тоже берешь ученых, в ракетостроение, строишь космопорты. Где у меня ученый на космическую эту? Да, он сейчас будет. О, отлично. Фантом, будешь заходить? Он написал всем спасибо, он написал в чате, посмотрите. А, ну хорошо, спасибо за игру. Спасибо, что вышел на замену. Это немец. Красавчик немец.
Надо, он сидит в Майнс, он будет и нам мешать. Знаешь, приятно... Сейчас все будет. Нет, смотрите, приятно за игру, когда тебе Грей два раза вынес уже. Там... Теперь ты понял, Амер, в чем вся фишка этого всего? То есть почему так важно горы, почему люди кампуса ставят, если гор нету под... Я всегда считал, что это... Нужен этот бонус, чтобы карточку на бонус кампуса врубать. Знаете что, не нужен мне этот уже юнит. Ну, в начале, да, то есть если там люди хотят улететь вообще, он ставит бонус соседства центра коммерции, бонус соседства кампуса. Вот, по средневековью, по-моему. Ну да, там же эта фигня. Когда улетается очень хорошо, особенно японец. Там очень много. Понятно. Я, честно, вот не знал, что эта карточка еще дает бонус плюс 50% от этого, если у кампуса больше плюс 3. Mm-hmm. Ну, у тебя, я смотрю, есть кампуса по плюс... Нет, у меня ты есть кампуса. Ты этих специалистов еще можешь засадить. То есть в каждом городе либо фокус на науку включить, либо садить спецов. Ну да, это я тоже понял из прошлой нашей игры. Как может уже быть делать. Действительно к... Грузину, ну у грузин нет, есть гавань. И он так, там. У меня фигачит. Есть Яо. А, не, не это еще. Я не побоюсь им воспользоваться, Леша. Так что? Что? Уходи. Уплывает, и там. Юнит, Яо знает, это же убивает. Какая-то. Хентай про. Да. Леша, ты палишься. О боже. Садит Яо. Яо, это да, да, это. А накачик палится. Я нет. Понял о чем-то, это ужасная вещь. Я когда-то читал мангу, там вроде прикольный сюжет, а потом бац, отказался его. Ты как это на сюжет влияет? Сюжет остался прикольным. А то, что я не смог дальше читать, мне стало грустно. Я просто забросил ее после этого. Ну давай, где там твои обнутые подлодки? Плыви сюда. Думал ко мне лезть, да? О-о-о. Не. Давай, заплывай в туман. Тут не такой уж туман, я просто ну, не вижу. А, слушайте, колодец же еще и видимость больше дает, нет? Или только перемещение? Не знаю, но перемещение маяк? Очень круто. Да. Маяк? Маяк какой-то перемещение. Ой, не колодец, не колодец, да, маяк. Видимость больше не дает. Да, только это перемещение, да. Жалко, а в пятой цели еще и видимость увеличивалась. Кажется, видимость как раз в пятой цели намного важнее было даже перемещение. Так, что у нас тут по великим людям? Ну, это уже не сильно важно. О, 100% космической гонки. Блин, надо... Наверное, надо выходить все-таки в космопорт и строить его. Хачечка, скажи просто, где космопорт строить, чтобы я не разглядывал всю карту. Хорошо. В трех городах строю. А, Данди. Столица Данди Аберден. Да, спасибо. Столица Данди Аберден. Данди вижу. В Абердине что-то... А, в Абердине вижу. А в столице он будет, я еще там не начал. Ну, видимо, вот на этом вот месте. Ну, вон там, видишь, есть одно. Ну, две еды, да? Одно осталось. Я понял. Да. Так, надо в космопорт. Ну, я не думаю, что выходить. Такая информация, прям ты... Сэкономлю тебе время, так уж и быть. Не, ну я всю карту вижу, как бы, смысл... Ну, я тоже всю твою карту вижу. Смысл есть, тут? Да, тут? Нет ничего такого. Просто я быстрее таймер нажму тогда. Знаете, меня уже начинает грузин больше волновать, чем шотландец. Но с другой стороны, у него офигительный этот... Ай, блин. Не, надо тут стоять. У меня одна есть подлодка, я ее поплыву туда, к грузину. Странно, почему только два...
Два шпиона у меня только есть. У них четыре. Где еще шпион? А, я могу третьего где-то построить. Я его где-то строю, что ли? Очень большая карта. Да, да, вон. Не, кстати, по-моему, очень неплохо всех раскинуло, и как бы интересно особенно получилось. Ну, я не очень, на самом деле, люблю острова. Вы говорите, что он классный, но не по мне это. Зоопарк завершен. Ядерное устройство 14 ходов. Это чё-то дофига. Давайте хотя бы, наверное, тогда исследовательские гранты. Оп, стоп. Магнуса можно обратно посадить. Так. Рейну убрал. Галы через сколько? Через два хода вернется. Надо будет его, конечно, еще апнуть на космическую гонку. Какие у меня производственные города вообще на данный момент? Быдгощ соточка. 6,65. 91 кряков. То есть Быдгощ, Кряков и Познань получается. А, и Вроцлав, кстати. А во Вроцлаве или в Познане? Во Вроцлаве. Ну и, кстати, во Вроцлаве есть где. Значит, Вроцлав, Кряков и Быдгощ будут с космопортами. Давай, Качечка, заканчивай ход. Не говорите, если я последний. А тень там не дзынь-дзынькает? Да, я иногда увлекаюсь, я не слышу. Ну, просто пропускаю мимо ушей. Блин, этого, конечно. На кораблике маленькие контейнерки, вы видели? Прикольно. Давай ты ход закончишь. А, я закончил. Я же в 2D все время играю. А сейчас вот 3D включил, потому что она лагает. Я же не знаю, как они выглядят. Маленькие контейнерки, в смысле, у торговцев. Да. Замечательно. Грузия исследовала авиацию. Он еще исследовал же. Как линкор может не убить рыцарей на воде? Расскажите. Ну, он не рыцарь, он рыцарь на транспортной лодке современной. Там зависит от технологии, кто-то. Ну это тупость все равно. Нет, я считаю это правильно. Почему это правильно? То есть, если у тебя будут танки переправляться на баржах, вот ты не изучишь поверху ничего, у тебя танки будут на баржах переправляться, их легко будет лучники расстреливать. На каких баржах? На каких-то байдарках. Ну, на байдарках, на каких-то. То есть, если не открывать верхнюю эту и переправляться по морю, то... Да. Ну, вообще, да. Mm-hmm. Да, кстати. В этом что-то есть. Шпион ветеран вернулся. Сейчас мы... Что, Магнус сел, да? Ай-яй-яй. Тут у тебя еще хорошая. О, вот эту пухлую сейчас мы еще... Пухлую? Влюблен, лови. Лови влюблен. Окей, понял. Шпионаж. Понял. А почему ты видишь, где у меня кто сидит? У тебя союз с кем-то? Я перлюстрацию почты делаю. А, понял. Против меня. Я не очень боюсь, почему ты против меня всех шпионов отправляешь. Потому что я вижу, где твои эти... А у Грея нет смысла снимать, у него сильно много городов. То есть, у него очень много городов. Да, я там сниму, улучшу ему, ухудшу ему там на 2-3% общие показатели, а тебе значительно.
Короче, буду к себе уже сажать. Так. Не бей меня пока, если ты будешь бить я карты. Очень интересно, да. Здорово. Не, но я... Ну, на 7 минут, я сейчас занудку поменяю, я скажу тогда, если захочешь, начнем, да? Ну, я вот прям сейчас хочу, когда ты карты меняешь, так что... Извини. Ну, я же тебе сказал. И что? Где у меня ребята сидят? Так, электростанция там достраивается. Вообще клетки не обработаны у египтянина. Ладно, давайте. Строители, не знаю, зачем. Так, 1, 5, 58. Ну, вот это дебильный, конечно. Торговец, и, к сожалению, я его скрыл. Ну, тут уже, правда, заканчиваются они. Блин, демократия лучше была. Да, этого заберет... Меняй обратно. Сейчас. Господи, бот еще город поставил германский, который хрен возьмешь просто. Ну а Гейдельберг кто-нибудь будет забирать? Что Грей вообще решил всех на этой карте захватывать? Реально какой-то вармонгер. Вармонгер. Все напали на меня, без исключения. Кирена жалко. Надо было брать эту Кирену. Он сейчас там клепает подлодки. И они на меня полетят, в первую очередь, что ему ближе ко мне плыть. Хотя, с другой стороны, у него уже и города тут. Чем мне что-то заниматься? Я хрен догоню по технологиям, на самом деле. Ты догоняешь уже. Может, мне Гейдельберг захватить? Очень быстро. Ну, посмотри на УК. Ну и что? Там после определенного момента разницы нет. Ну, то есть перелив он идет, как бы, ну и хрен с ним. Больше одной техи вход выучить просто нельзя. Американец, а ты своего Цициана не потерял случаем? Кого? Художник тут великий, по моей территории зачем-то бегает. Он тебе не нужен, типа? Не, некуда его высаживать. Берем эти юниты уже, они уже нафиг не нужны, честно говоря. Вот эти устаревшие. Все, вот, ну, не знаю. Можно, конечно, крылатый. Знаешь, это как все эти на улице художники рисуют там прохожих, так и этот. Я вот теперь, кстати, не думаю, что надо карточку на улучшение. На ускорение морских юнитов строить. Нам достаточно того, что у нас есть. Ну, может быть, подлодок еще парочку можно построить. В принципе. Почему нет? Да, 691 наука. Но у меня вот это ускорение, то есть это здорово. На самом деле. Что-то все ускорилось. В культуре хотелось бы открыть демократию. Но мне надо в космическую гонку идти. Мир разделился на коммунизм и фашизм, по-моему. А коммунизм где? Ну, кроме меня. Я взял как. Но я пожалел уже. Не круто. У меня меньше промки стал, на самом деле. Чем было в фашизме? Да, у меня убрались карточки некоторые.
за соседство. Не в фашизме, чем в демократии. Там у меня на две карточки коричневые меньше теперь. То есть убралось с гавани, очень важный бонус. Гавань вообще дофига дает. Тут 12 промки. Кстати, мне тоже на гавань. 6 промки с каждой гавани убралось. И по 6 промки с каждой этой убрал. С другой стороны, у меня не так круто с гаванями, как у Качечки. У Качечки-то все, все города с гаванями, понимаете? У него все с гаванями. Поэтому, а у меня, ну, с другой стороны, у меня гавани именно в самых производственных городах. Поэтому... Говорите, если я последний. О, увидел ракетный крейсер. Где ты его увидел? Там, где караван плывет. А, караван увидел ракетный крейсер, да? О, кстати, хорошая тоже тема с караванами. Ну, то, что они показывают вокруг себя. Да. Немножко отступлю. Пингалу обратно размещаем. Поздно, по-моему, да? Да. И начинаем строить космопорты. Значит, Кряков, Бытгощ и Вроцлав. Бытгощ. Бот поставил Гамбург и теперь предлагает отдать мне его за мир. Не соглашайся. А, хотя можешь согласиться, я Гейдельберг вынесу. Это когда еще будет? А? Я уже там. Где там? Где там? Под Гейдельбергом. Я тоже под Гейдельбергом. У меня под Орды только нет. Так ты мир заключил, у тебя еще там 7 ходов, наверное, мира. Точно. Внезапная война не удается, потому что некоторые игроки из вашей команды являются союзниками. Как это так? Уже те некоторые игроки. А, у вас же вообще дружба, ё-моё. Точняк, блин, а зачем? Вот, блин, нахера я послушал? Здорово. Тут я космопорт не строю. Ну вот здесь можно под лодочку. Просто тут надо ли мне армии под лодок? Я думаю, что мне просто одиночные. То есть я с них собираюсь бомбы бросать. Им там можно будет караван разграбить следующим ходом, я думаю. Это плывет. Ну зачем ты вот, Качечка, это тут приплываешь? Тебе надо подлодки строить, чтобы некоторые качечки мне не мешали. Так, скидка нафиг нужна. Теперь мы ставим 100% морских юнитов. Вот это. Содержание юнитов оставляем. И
Содержание ядерных устройств уменьшается на 50% золота в ход. Хм. Вот это можно взять. Я думаю, что уже влияние на города, государства тоже нафиг нужно. Вот это давайте. Куда мне тут сажать уже послов? У меня даже банки не построены. Реально. Ну вот Гонконг, кстати. Давайте. Тут производство все-таки. Так, теперь. Где мы разместим космопорт? Тут космопорт будет. Здесь. В Вроцлаве. Космопорт будет здесь. Ну, в Крякове, наверное, достроим, может. Ну, блин. Где я могу его размещать? На производстве и на еде. Да блин. Ну. Офигительное управление. Ты видите, вот сейчас вот тут мотается. Моталось письмо. То, что описание сделано. Поэтому я не мог переключить никак. Да слышу, я слышу сейчас. Ставлю. Лаборатория завершена. Подлодку строим. Меня немец еще обвинил. Фу-фу-фу. Не, ну это он правильно сделал. Космическую гонку идем. Нет, я не согласен. Никто не любит космонавтов. Я не улетаю, Олецкий улетает. Я что ли во Вроцлаве строю космопорт? Ну так ты стал строить, и мне, видимо, надо строить. В Быгдаще строишь еще, фу-фу. Да и в Крякове. И в Крякове? Я что-то не вижу. А, да, действительно есть. Спасибо. Клетка вообще под космопорт. А, вон увидел. Нашел. Ну, ромашка у Леши очень качественная. И домик он на улет построил. Смотри. Домик на улет это что? Или нет? Или нет, ты там только разведывать. А, там у тебя Министерство иностранных дел. Да. Так это ты не то построил. Походу. Министерство иностранных дел ты на плюс 4 ГГшку выкупил. Нет. Ну да. А там разведывательное управление надо строить на шпиона. Молодец. Почему же надо? Кто сказал, что именно я надо? Я думаю, чего у меня шпионов не появилось, и чего их так мало у меня, боже. Ну, понятно. Я думал, может, ты Брандар хочешь выкупить, но тут у него 3 юнита. 3 юнита с плюс 4, между прочим. Да, да. 2 пехоты, корпус пехоты и 1... водоплавающий пулеметчик. Не, это я затупил. Буду честен. О, каравелка около Вашингтона плавает. Она-то он стоит миллион лет. Не чипай. Она следит за Амером. Мне не хватит на всех шпионов. А, нет! Я убью его, если ты это сделаешь. Да, успокойся, у тебя способность, что я не могу разграбить. А, точно. Фух. Да, это был неподдельный страх, да, ну, меня бы не остановило, не думай. Да, подлодки. Давайте. Блин, у него юниты закончились. И как мне теперь выйти в
Золотой век. Темный падай. Не могу, я в обычном уже давно. Я офигею из себя. Оказывается, все это время у меня до сих пор почему-то не было мир с этим немцем. Кстати, такой вопрос. Эти шедевры считаются бонусом этого района, здания в театральной площади, когда там находятся шедевры? Нет. Бонус дают для театралки чудеса. Нет, я имею в виду именно здание. То есть, если вставить карточку на культуру, которая здание, она будет только базовую культуру здания увеличивать только или вместе базовую, с шедеврами? Только за соседство. Это именно которая плюс 50%, а если население больше там. Там от зданий. Это... Вот, считаются ли шедевры в зданиях частью бонуса зданий? Наверное, нет. Было бы имбово сильно. Я не знаю, честно говоря. Если продолжить эту тему, то верование, которое дает культуры столько же, сколько у святилищ и храмов. Когда бонусы на храмы ставишь, ну и святилище, такую же карточку. Нет, не дает. Тоже не дает. Качечка улетает на данный момент. Тут, понимаете, блин, качечка, ты вот в такую безвыходную ситуацию постоянно игры ставишь. Ты вот кроме как улететь, походу, не умеешь ничего, я так понимаю, да? То есть ты, получается, ты вот ставишь ситуацию такую, либо тебя сносить, тогда Грей всех сносит, но ты же не хочешь на Грея напасть, вместо того, чтобы улететь. Ты будешь сидеть до последнего, вот домики строить. Как я могу на Грея напасть, если мне надо держать флот? Я не могу и флот содержать, и большую армию. Ну, я с тобой, как бы, мир не буду заключать и, соответственно, дружу, потому что нет. 10 ходов. Ну, договориться-то можем, но я вот просто вот процентов на 95 уверен, что ты будешь просто сидеть, строить домики до последнего, пока на тебя не начнут ядерки бросать. А если бросать на тебя ядерки, то убирается противовес против Грея. Ну ты не можешь вот пойти в войну, тебе вот обязательно в развитии надо сидеть вот эти... Я могу пойти в войну, но такая ситуация, что мне надо в развитие играть. Зачем воевать, если можно развиваться? Ну ты видишь, ты первый по науке, по всему, вот как можно от тебя отстать тут сейчас? Я первый, ты первый. Что я первый? У тебя на сотку больше. Причем тут на сотку? У тебя больше тех открыто. И ты уже построишь космопорты, и у тебя человек еще на эти фиговины есть. То есть тебе достаточно вообще три части только построить, а последние... Хорошо, вот при всех этих фактах, зачем мне тогда воевать? Ну вот именно, что тебе незачем воевать. Вот это проблема. Ну так какие претензии? Претензии в том, что я не могу с тобой договориться, например, вместе на Грея нападать. Потому что ты не будешь на него нападать. У меня нет сухопутных юнитов. Я не могу по суше на него напасть, у меня нет. Ты не слышишь, что я тебе пытаюсь сказать. Я тебе не в претензии, какие у тебя есть юниты, нету юнитов. Потому что закончится тем, что с тебя снесут, но Грей уже будет к этому времени усиленный так, что остановить его нельзя будет. Вполне вероятно. Но ты все равно будешь продолжать сидеть в космопортике играть, да? Ну, в чем проблема? Вы хотите втроем на Грея напасть? Меня только волнует, что ты будешь делать в этот момент. Ну, у него еще ядерок нету, наверное. Я могу ядерки кинуть. На один город. На один город. У меня до следующего города 20 клеток ехать. Почему на один город? Он на все твои города может кинуть. Да хоть бы на все, там их 35 штук. Пусть кидает. Я вот предлагаю нам с тобой, Лёша, просто соревноваться, кто быстрее улетит. Ну, я вижу, что я тут проиграю. Если бы ты не брал того великого человека... Можно было бы о чем-то договариваться. Это все школьник, я не виноват. Это он меня заставил великих людей уважать. Вот этих на улет.
Но ты... Ага. А, ты забрал ученого другого. Какого другого? На 100%. Нет, это Грей забрал. Грей, красавчик. Ну, этот все равно... Вот там еще есть инженер. 1500, это все равно круче, чем плюс 100%. Было, потому что он сразу одномоментно... А этот кто на 1500, подождите, на 1500 это сразу две детали он делает или сколько? Там, по-моему, не переливается. Там нет перелива. То есть одну он делает гарантированно и все. Раньше он делал две, сейчас он не переливается. Он сейчас не такой классный. Кто-то тырит техи у меня. Кто же это может быть? Шотландец, наверное. Скажи еще, что нет. Да, да. Да я говорю, я у тебя крепко обосновался на всех городах. Шпион уже по третьему уровню. Замечательно себя чувствую. Блин, такая ситуация вообще, конечно. Очень неудобно. Так. Чтобы воевать, надо к этому готовиться и воевать много. И даже если я ядерками начну кидать его, я просто сгорю от недовольства. Просто сгорю на таком этапе. А городов у него много. Ну, мы поняли ситуацию. Я тебе просто объясняю ситуацию, что получится в итоге, что все нападут на тебя из-за того, что ты будешь улетать по науке. Угу. И это выиграет Грей. А нападение на Грея дает шансы всем. Даже американцу. Давайте военный союз. Нет, ну... Союз это... Знаешь... Ну хотя бы с американцем. Ну с американцем, да, можно. Кстати. Тут возникнет вопрос небольшой. Америке сколько? 30 ходов с тобой мир, да? Нет, у меня с ним военный союз. У меня 6 ходов до конца союза с Греем. Ну, что ты говоришь, Лёша? Я всего на одну техку впереди. Это вопрос только времени. Постоянно на одну теху впереди. Так у тебя вопрос в том, больше науки, вопрос в том, что на 500? На 100. Ой, ты там что-то переключил, что-то сделал. Блин, качечка, строю ты кого пытаешься убедить, себя или меня в первую очередь? Я строю ядерки. Я тоже ядерки строю. В чем проблема? У меня меньше городов, ты меня в любом случае обгонишь по нам. Ты это всю игру говоришь. Я еще помню вот это вот, помните, когда было, у меня сейчас закончится что-то там. Так оно закончилось, и я отставал на 50 науки от вас. Нифига себе, все еще первый впереди. Ну, я построил в том кампуса. Я не понимаю, какие проблемы. Я проблему уже объяснил тебе. В том, что я ты понимаю, пытаешься это... улететь из-за того, что ты пытаешься... Я же... Смотри, даже если я первый там по науке и прочее, я сейчас стремлюсь в первую очередь в военные техи для того, чтобы воевать, чтобы не дать кому-то улететь. А проблема с тобой в том, что ты стремишься именно улететь. Так как ты стремишься улететь, то придется воевать именно с тобой. А это развязывает руки Грузии. Я тебе про это пытаюсь. Видите, какая разница, сколько у тебя там тех, сколько у тебя науки. Какие военные техи не по пути к улету? Какие военные техи не по пути? Не техи, не строй проекты космические. Я тебе про это говорю, не строй космопорты. Не строй проекты космические, а строй ядерки. Не строй космопорты.
Речь об этом, а не о том, чтобы... У меня уже есть ядер. У меня же их несколько. Я уже термоядерки строю даже, я тебе так скажу. Ну, красавчик. Ну, не знаю. Что я могу сделать? Можно немножко офтопа? Давай. Интересно, чем обосновано ускорение для избирательного права построить 4 канализации? Да. Ну, типа, ты о гражданах заботишься. Типа, спускаете ваши бюллетени сразу в канализацию? Там, может, не канализация на самом деле, хотя... Нет, там для ускорения канализации нужно 4 штуки. Надо банки все-таки построить, как-то вообще денег нету. Да, я сейчас спросил внимание, мне это довольно немножко позабавило. Ну, археолог. Или шпион, давайте шпиона. Реально тяжелая ситуация, вообще такая очень непонятная. Открыт. Этот проплыв не контролируется. Так, буду стоять. Или, блин, плыть все-таки в Грузии. Интересные личности периодически. Катечка, вот смотри, внизу рядом с твоей подводной лодкой, да? Я вижу, есть, да. Я думаю, что вот здесь нам не надо ничего делать. Нет, я думаю, понятно, что там происходит. Ну пусть будет. То есть Качечка тоже плывет подводной лодкой к городам Грузии. И нам как-то там воевать друг с другом не имеет, ну, нежелательно. Вдвоем что-то бросать. Это, наверное, еще одного строителя или шпиона. Так, куда мне дальше идти? Спутники. Потом. Нанотехнологии. Техника, нанотехнологии. Так. Сколько у меня до строительства? Космопортов 7, 10, 6. Еще никто не построил. Ну вот, андетка в космопортах. Ну, андетка вообще очень сильно отстает по науке по какой-то причине. Так, кстати, я действительно не очень понимаю, почему у американцев так мало науки. Ну, потому что, во-первых, у меня недовольства много. То есть мне казалось еще года 4 назад, что я послал мирный договор германца, а он, видимо, его не принял и вышел. Ну... Там оно не особо тебя уменьшит. Надо добить немца, и тогда у тебя спадет оно. Там же на 2000 всего уменьшает. То есть на 4, на 5 радости от общего. Нажми сверху доклады. Вот сверху доклады. Ну. Там где эти? Статус города. И там есть усталость и тройная графа. И посчитай, сколько у тебя всего. А вход ты теряешь... Ну, а одна за сколько? За 8 ходов одна слетает недовольство. Или за 4? Если так, по-обычному. Я не знаю. Но, кстати, действительно, оккупированные когда-то города, они намного больше недовольства от войны получают. То есть у меня везде
0, минус 1, и минус 9 в Марселе, и минус 11 в Париже. Не знаю, со всеми карточками и так далее, с посаженными науку специалистами, у меня всего 304 науки выходит. Еще эти проекты. Качечка, нафига тебе еще каравелла здесь? Проекты, они добавляют науку в ход? В смысле, вот именно, которая высвечивается. Да. Ну, проекты на ученых, которые... Ну, уже как бы поздно, но все равно. Любые проекты генерируют ресурс района, в котором они делаются. Это понятно. Я к тому, они указываются, что ли, которые заход идет сверху, слева. Да. Ну, они тоже учитываются. Учитывается все. То есть, если внезапно у человека дофига культуры, науки... Вход стало, то есть вероятность, что он поставил все города на создание научных проектов. Но оно увеличивается, когда проект будет закончен, показывает, а не когда не, в процессе. Ход. Нет, сразу. Ну, на следующий ход. Ну, оно 15% от промки передает, то есть там у тебя за два хода делается проект, а стоит 300, ну, 200 промки или 100. Это плюс 15 с города. На 100 промки, значит, плюс 15 с города. 6 городов. Сколько там будет? 100 науки сразу. 90. Слушайте, давайте мы уже переключаться с науки. Видимо, будем на производство просто. Мне уже... Все равно не понимаю, где мои сотни науки, разница. Ну, сколько у тебя кампус? Сколько у тебя населения? Может, у тебя мало населения? Может быть. Плюс там очень большой штраф от недовольства. У тебя все города недовольны? Нет, только половина примерно. У меня еще плюс 20% науки просто от того, что я шотландец. За этим надо следить. Там у них вот они за счет населения, за счет количества кампусов, игры и... Ну, Леша, не знаю, что там у Египта было, но... Раз у него больше, то будем говорить, что тоже за счет кампуса. У меня просто от того, что я шотландец. В Шотландии можно в 6 городов отлично играть. Солид. Гейдельберг дает 3 культуры. Что-то маловато. Судя по количеству культуры в ход у немцев. О, а почему у меня в Махенджи только один посол? Кто-то почистил их? У кого там 6, как бы, посмотри. Судя по всему, да. Ван, детки. Ну вот, он почистил. Почему столько культуры? Я на самом деле этого посадил, чтобы тебе немножко бонус уменьшить. Там он уже не очень нужен. Там в карточке уже... Уже надо перебрасывать все караваны в города, которые... Проекты будут космические делать. Сначинало 8, заканчивает 4. Ну здорово. Рюкачечка, ты вроде... Нет, оставил какие-то леса для ускорения. Конечно, оставил, не переживай. Так, у меня я вот оставил лес. Сколько надо. Джунгли.
еще джунгли. Блин, не, ну если у нас будет два космонавта как бы в разных углах карты, то улетит тот, кто улетит. Первый. Халецкий. Качечка. Нет. Про меня вообще забудьте. То есть я никак обоим помешать не успею. Вообще это невозможно. Тем более качечки, особенно качечки. А почему особенно качечки? Что он на острове. Ну у него-то есть два города не на острове. Ты же можешь что-то поставить из ракетной шахты. Я уже молчал, что ты... Ядерки городов. Ничем не мешают. Ремонтируется один ход район, все, улетаешь потом. Опять же, если я трачу все эти ядерки туда, то есть еще игрок с другой стороны. Качка, я убиваю этого мечника. Не надо. Потому что ты им проверяешь мой флот. Плыви сюда флотом, да, и смотри. Стоянно. Не, ты плыви сюда и нападай. Ну, я поэтому убиваю этого мечника. Уже уплыл. В следующий раз его увижу, убью. Злюка. Так, производство. А если будет смотреть рыцарь, ты не против? Любой юнит будет убит. Это зло. О, Грей уже, кстати, готовится забирать города, он прибежал. Так мне это не даст никакого профита. Я это, ну, это имеет смысл делать, когда один человек улетает, когда два, ну... Так а где мы? Мы даже космопорты еще не построили. Какая разница? Мы оба знаем, какой у вас план. Так если ты успеешь забрать, например, качечку до моих космопортов? Качечку я не могу. Я не могу острова захватить. Остров. Как я вообще должен это сделать? Откуда я знаю? Как ты смотри, сначала забираешь его из города, который Хальтингтон и Роксбург. Потом в авиации выносишь на него флот. Нормальный план. Не, у нас ходов 10 есть играли, где-то, да? Мы на марафоне играли, это отличный план. Да, так было бы нормально. Детка, там что-то предложение кинул, по-моему. Если оно пришло, конечно. Ну, у меня какое-то предложение висит, но я не могу его принять. Опять чтобы не открывается. Ход закончил. Сейчас отменился конец хода. Ну, еще не открывается? Не открывается. И даже когда нажимаю на тебя, вот у меня нету рассмотреть предложение. Тут восставший эсминец. Как вообще у варваров может быть эсминец? Ну, это у тебя представь. Ты скажи. Где-то от Валетты приплыло где-то. А, вот. Существует же черный рынок оружия. Вот какой-нибудь этот... Бедные богатый человек. Пираты купили эсминец, да, чтобы лучше рейдерить. А возможно, у них, у бедных сомалийских пиратов, богатый спонсор. Видишь, тебя не смущает, когда из какого-нибудь шпионского, как там, операции в пригороде вылезают там какие-то ракетометчики? Они часть захватили, понимаешь? Часть захватили. Как а тут, короче, захватили корабль. Я не представляю, как можно захватить военный корабль эсминец. Ты смотрел «В осаде» со Стивеном Сигалом? Документальный фильм. Реальные события. Нет, я только смотрел про захват поезда. Это вторая часть тоже для щенок. Слушай, а деньги тоже ты у меня тыришь, качечка? А как же... Это все я. А как же супер... Офигенный Париж с этим Зимбабве. Я, знаешь, у меня в Париже уже там довольно долгое время сидит шпион на контрзерористических операциях. Ну, в смысле, контршпион. Когда я тырю деньги у тебя, я ослабляю конкретно человека, с которым воюю.
Они же все-таки воруются, по-моему, из казны частично, не? Или, во всяком случае, им там город, там на ноль идет. Ну, по крайней мере, у меня шпион в Париже получил 4-й уровень просто на тем, что ловил других шпионов. А я уехал оттуда. О, а я и не знал, что за успешное завершение кризисного союза дают. Дают. Очки эпохи. Прикольно. Дают, да, 4, по-моему. Причем написано: наш народ не сломить полчища молочных врагов. Религиозный кризис бесславно развалился. Что есть, то есть. Отправляю сюда рабочих, чтобы вырубать лес под. Теперь ты мушкетами плывешь, да? Повсюду юнит. Смотри, Крей, у него все наземные юниты на море. Города вообще... Мушкеты! Да мне вообще все равно, какие там юниты. Я эти два города могу забрать в любой момент. Я понял, что он в любой момент может забрать эти два города и просто отказался вообще от подстройки наземной армии. Потому что это не имеет смысла. Что там еще не построил? О, Качечка построил космопорт. Ну. Да, я случайно завершил. Ага, да. Я не буду строить эту штуку. Я понял, да. Не, я серьезно, я хотел дождаться, пока ты построишь. Ну и что ты будешь делать это все время? Ну, может, по игра закончится. У вас на самом деле 18 ходов, чтобы улететь. Так ну, что-то. Кстати, да, и по очкам побеждает на минуточку Грей. Красавчик! На 20 очков опережает. Ну, оба знаем, что кто-то раньше отправится в космос. Ой, у меня большие сомнения на мой счет. Хватит ядерки строить. Жив. Слушайте, кому-то нужны эти картины там? Ты хочешь сказать, что кому-то в этом милитаристическом обществе, которое взаимная ненависть, недоверие, кому-то нужны какие-то картины? Мир полон мечтателей. На острове. На островок безопасности. О, мне знаете, что надо? Мне нужен этот... Как самолет. Военный инженер. Тогда включай зеленый свет своей армии. Я себя подбадриваю, Грей. О, знаешь, можно сделать заградительную ядерную пустыню вокруг моих городов. На другом континенте. То есть, ты не мог проехать туда, там же тоже режется мувмент. Ну да, и этот просто ХП вот, сносится. Просто купить. Вот закидать вот так вот вокруг двух городов ядерную этот... Вот в Варшаве. Линию. Кстати, а на море остается этот заграждение? Да, и на море тоже можно закидать тут все. Сейчас термоядерки достроятся, закидаю просто воду, чтобы никто не подплывал. А вот я не знаю, мувмент режется по морю? Нет, по-моему. Не, ну там может и режется, но там... Там, по-моему, нету... Ну, этого загрязнения нету, поэтому и... А разве не остается? Не, есть загрязнение. Есть? Да, но там у кораблей по 7, по 8 очков там нереально. Как бы что-то там заблокировать. Ну, очков передвижения.
Опять все у меня крадут. Кого, полководца что ли набил? Одну ячейку для воздушных юнитов, но это фигня. Ладно, этого можно уже использовать. Простите, это не тот, это старый. Так, давайте в Радоме. Так, опять ядерное устройство завершено. Аэродром, два хода. Вот ту клетку. А, блин, не достаю до клетки. Так, влюбленный аэродром. И в Радоме аэродром. Где тут еще мой генерал был? Марина Раскова, Наполеон Бонапарт. Вот он. Наземный юнит. Клетки формируют армию. Так, теперь мне надо взлетную полосу построить. Где-нибудь. Где-нибудь быстрее это можно сделать? Да нет, похоже. Она стоит тогда здесь. У меня есть из кого армию сформировать? У меня, по-моему, нету наземных юнитов не в армии. Ну вот артиллерия, корпус. Могу. Армия, танк, бомбарды, да, артиллерия, корпус, вот только если с этим. Поэтому Наполеона перебросим. Эти мне не хватило. Немножко внимательности, чтобы выйти в золотой век. Ну, это... Ты не представляешь, как вышла Resident Evil, когда никто не знал, сколько раз люди тупили. И темные перепрыгивали, и золотой падали. Это просто... Ну, мне не хватило одного хода, чтобы достроить мустанг и получить, короче, очки до следующего золотого века. Надо было купить мустанг. Купи. Хватит денег на него, интересно. Ну, я не хватит на него денег. Сколько тебе денег дать? Что за золотой добрый? Качечка сказал... Качечка сказал, я не буду проект делать, и сразу начал делать проект. А, не, я... Мисклик, да? Да. Второй раз. Там рабочие строятся уже. Да, я понял. Ага. Ну, я серьезно, вот сейчас... Да я тебе, конечно, верю. Ну, ты можешь следующий ход посмотреть. Разве могут быть сомнения? Ты можешь посмотреть, полосочка не сместится следующим ходом. Я не буду смотреть. Я просто тебе поверю на слово. Ты же не можешь обманывать, Качечка. Ну, я не особо обманываю. Единственный плюс, что у меня есть союз с американцем. А у Качечки ни с кем нету союза. За что я получил еще плюс 5 очков эпохи? Первый полет. Ну, прочитай. А, еще первый самолет построил. Первый самолет на карте у тебя, вот видишь? Мы даже летать не умеем, а уже в космос стремимся. А ты нормально идешь? Мы пошли другим путем. А ты останешься здесь с братьями-фашистами на планете. К слову, слушайте, у нас хороший кусок планеты на двоих, нам тут комфорт. Кстати, Грейт уже недалеко от нас, действительно, 4 техи всего.
4 техи, 4 хода. Давай, 4 хода. Скажи уже сразу, в каких городах строишь космопорты. Я думаю, тебе таймера не хватит найти на это, так что тебе будем упрощать задачу. Не, ну я в твоих смотрю, вряд ли ты строишь, ну и в ацтекских еще. Вряд ли ты в немецких строишь космопорты. Кто знает. На этом пока все, продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!